Ну, Дима, раз, два, да. Микрофон, пожалуйста, Стас. Ладно. Понял. Ну что, дорогие друзья, продолжаем аплодисменты. Из Hard and Heavy переходим в наше любимое, в наше родное фолк. Они сказали, что металл, но, по-моему, металла будет не очень много, будет много фолка. Фолк, металл, панк, рок. Замечательный город Оболенск. Аплодисменты. Вокал Дмитрий Яншуков. Бас Владимир Яншуков. Аккордеон Дмитрий Диденко. Гитара Игорь Желудев. Вторая гитара Филипп Полукаров. Барабаны Игорь Морозов. Спасибо, Игорюха. Ну и человек, который учится вокалу в городе Москве, есть такой крупный центр по продаже китайских товаров, Москва называется, да. Алла Зимскова, аплодисменты. Весь состав, дорогие друзья, связан с информатикой. Кого будет интересовать интернет, его лучшее проявление, обращайтесь в замечательную группу «Фолк-рок Плетен». Спасибо большое, Игорь.
песня «Bonnie and Molly». Thank you.
Тем более, что рок всегда был позитивен, всегда был социален. И вокруг рока действительно формировалось какое-то общественное мнение. Не буду вспоминать Виктора Цоя, мы ждем перемен и так далее. Поэтому, ребята, всем огромное спасибо. Всем огромное спасибо. Спасибо за то, что вы на самом деле своей музыкой, своими текстами передаете вот тот нерв, который вас сегодня беспокоит, который сегодня, я убежден, нужен России и вы нужны России. Спасибо. Убежден, что рок-музыканты – это спецназ на нашей земле. Поэтому я хотел бы пожелать вам счастья, удачи и двигаться вперед, несмотря ни на какие обстоятельства. Спасибо вам всем. Все, кто сегодня стоял на этой сцене, мы всех любим в равной степени, независимо от того, кто там станет дипломатом, кто станет лауреатом. Все дипломаты. Мы награждаем группу «Делириум» дипломом финалиста. Представитель группы на сцену, пожалуйста. И вам частичку Егоревка. Вот главы Егоревского района Михаил Евгеньевич Лаврова. Тарелку. Аплодисменты в зале. Народ. Группа «Крик», русский муниципальный район. группа «Крик».
Аплодисменты. Группа «Барский сад», городской округ Домодедово. Барский сад. Вот он, вот он, Барский сад. Группа «Рост», Шаховской муниципальный район. Ребят, подходите к сцене, пожалуйста, все по очереди. Подходите к сцене, подставите ребенок, потому что диплом участника получат все. Все закрыто. Тарелочку. Тарелочку. Спасибо. Группа «Плетен», Серпуховской муниципальный район. Плетень. Плетень в пути. Плетень есть? Плетень в зале? Вот он идет. Братцы, подходите к сцене, представители групп, пожалуйста, если можно. Быстрее. Вот, два плетня вышло. Спасибо. Один за тарелкой, второй за футболом. Молодцы. Группа «Беспирио». Ого, колонна. Награждает диплом лауреата и ценным призом группу «Крик», Русский муниципальный район. Группа «Крик». Вот они. Вот они. Одеты по формату. И в их составе женщина-барабанщик, дорогие друзья. Девушка-барабанщик, тем более это ценно. Девушка-барабанщик, повернитесь, пожалуйста, вот к фото папарацци. Спасибо, спасибо. Провожаем аплодисментами. За первую... Хочется поговорить Николая Котова, потому что без него наша группа не состоялась бы. Замечательно. Правильные люди. Правильные люди. За первую победу родного языка. Замечательная номинация. Городской округ Коломна, группа «Беспрел». И ценный подарок. Очень ценный подарок. Бесценный подарок, я бы сказал. К залу повернились. Да. Спасибо, спасибо, ребята. Спасибо, продолжаем аплодисменты. Ну и с содроганием душевным я хочу сказать, что диплом лауреата третьей степени получает группа «Плетен», Серпуховской муниципальный район. Вот маленький подарок такой, со сцены мы его назвали, потому что он со сцены получается. Группа «Плетен». Вот. Телевизор. Да-да-да. Вот этот замечательный «Плетен» потряс нас сегодня своим фолк-мастерством. Аплодисменты. Спасибо вам большое, ребята. Не забудьте шарф поставить на плетень, будет зашарфанный плетень. Спасибо. Диплом лауреата второй степени. Группа «Рост», Штейн, Ступина. Капитан Кронштейн. Кронштейн с нами. Спасибо вам, ребята. Спасибо за ваше искусство. Спасибо за ваши гитары. Спасибо за слова и за музыку. Кронштейн! Браво Кронштейну!
Ну а сейчас мы с замиранием сердца. Я думаю, что в этих телевизорах мы увидим людей, которые были на этой сцене, услышим их песни. А сейчас, дорогие друзья, гран-при 12-го фестиваля «Пророк» Московской области получает группа «Солярис Инфинито» на Новофоминск. На центр, пожалуйста, маленький телевизор, переносной. Буквально ноутбук. Солярис и хард-директор Ирина. Спасибо. Это группа, которая нам понравилась всем, и вам, наверное, тоже. Солярис Инфинито. И если можно, специально от меня книгу, которую я, принимал активное участие, называется она «Музыкальная анатомия поколения независимых». Это о том, как создавалась традиция нашего русского рок-н-ролла.